Тебе меня не видно, да? Нет, не вижу тебя, нету. Ну нет, это там опять что-то неладно. У тебя, наверное, это не настоящее. Ты смотрел ролик или нет? Я сейчас посмотрел ролик, называется «Дом Игнатия Лапкина и Пашкова». Там Саша Дмуха с Сергеем беседует. Ну конечно, я уже ответ написал. Ой-ой-ой, что он там плетет, прямо это страшно. Я даже расстроился до того, пошел скорее на улицу, давай. Уже так там внизу банком. Комментарии можно поставить. Ты комментарии мои прочитай, там комментарии. Да я не досмотрел до конца, я ушел. А сейчас пришел, не могу найти. Ну а ты заряди там в дом Пашкова и там Игнатия Лапкина. Оно тебя сразу вытащит его. Заголовок поставь. Так, заголовок. Здесь у меня буквы все английские, а русские чуть-чуть, я их не вижу почти на клавиатуре. Да. У меня... Компьютер-то мне подарили, видать, английский, а русские буквы чуть-чуть красненькими написаны, мелко, я прям сам их еле вижу. Ладно, потом разберусь. Ну ладно, все тогда. Я хотел просто узнать, ты знаешь это или нет? Считал, да или? Мне уже вчера вечером показали. Ну все, я просчитал. Ну вот ты там и написал бы, я про тебя там маленько дал, когда он у тебя отпросил деревья-то спилить, и там перед тобой плевался. Ну это ладно, прошлое это уже, все там. Он часто плюется, как ты представь, это просто уже богохульство настоящее идет. Да. Над всем издевается. Все так-то. И русские Библии только это Пашков перевел, тогда уже православное стало переводить. Врет ведь все, ну зачем? Да. Это делает. У баптистов нет своего перевода, то они берут весь синодальный перевод тоже. Конечно. Ну, откуда это он взял все? Да ниоткуда, ниоткуда. Да это не он говорит, это говорит демон в нем. Ну, понятно. Ну, а дальше Сергей-то что-то это, как-то это, он ничего с ним? Я не знаю. Знаю, ничего. А что там с ним? А как он, зачем на него вышел-то этот, Саша-то, что? Ну, я про это не знаю, надо спросить как-то. Но Сергей-то молодец, выдержал до конца, а потом ему маленько начал вправлять мозги. Ага. Он против поста, против священства, все против. Против причастия, там это давай, исповеди никакой нет. Там. Все, в православии одни блудники, говорит, воры и прочее там это. Да главное, что священник, он не нужен, он как третий лишний в семейной жизни после свадьбы, а сам залез как раз в чужую постель. Ну вот. Ну ладно, все, тогда не отнимаю я тебе время больше. Ну всё. Ладно, с Богом, я... давай. Хорошо. Так, сейчас мне как выйти-то на это? Ну как-то посмотри, ну, там где-то нажми, крестик какой-нибудь найди. У меня Оська здесь сидит, пришел, да.